Друзья, перекресток Дичибала Зелинского. Пару минут назад здесь произошла авария. Водитель на черном автомобиле сбил только что двух женщин. Одна из них была с ребенком. После удара ребенок просто вылетел у нее из рук и упал на землю. Женщина получила травмы, ребенок получил травмы. Самое интересное, что женщины шли на разрешающий сигнал, на зеленый сигнал светофора. Водитель просто не остановился. Он еще и снял ствол, прикинь, урод. Да ладно. Он не то, что он удрал нафиг после этого, прямо на зебру, блин. На... Смотри, от ребенка что осталось сеть. От маленького ребенка. Они переходили на да, зеленый свет? Да, и прямо свет? Я здесь ждал маршрутку. А кто откуда и ехал? И смотрю, оттуда он, и на красное еще, а ID36 номер, короче. А какая модель машины? Я не помню, то... Тормознули из этих, из пассажиров тормознули. И вытащили, ребята вытащили его из машины. Он сильно избил? Ой, блин, мама мия, ничего себе. Так я тебе говорю, сильно. Да он ж выехал там. Двое детей мэтры домой. Дети целы? Так вот, это упали вместе все. Мама просто укрыла. А это кто остановился? Это просто обычный водитель помогал. Просто чтобы в машине. Вот этот ребенок еще один. Вот урод. А его никто не словил, да? Он так и уехал. Да и подошли, он с пистолетом, что мы. Он достал ствол и уехал, да? Наверное, полицейский кто, брат, он там нет был. И еще пьяный был. Еще и пьяный? Получается, я вас здесь сбил. Вот ты здесь ее сбил, и ты еще потянул ее машину. Ты их потянул даже? Едва пидор систем. Еле разговаривает, еле стоит на ногах. Ну, расспрашивает. Вы свидетели? Свидетели. Как вы вообще в таком состоянии за руль сели-то? Кто? Кто? Дед Пихто? Пихер, блядь, как с вами разговариваю. Выбирайте выражение. Так я смотрю, вы выбираете. Я с вами нормально разговариваю. Так я вас что, обозвал, что ли? Какие предъявы? А? Я вас обозвал, что ли? Да какие предъявы? Я вас... Номера свидетелей вам нужны сколько? 1, 2, 5. Белые, вот здесь. А там уже сказано. Нет. Со стороны. Да. Полиция уже здесь. Ладно, сейчас они. На первом этаже можно, понимаешь? Боярский. Отвечали со слова. Если ты... Возле автошколы, если что там. За... Если ты мужчина, и ты за свои слова будешь отвечать. Это что такое? Я с этой машиной уезжаю. Но ты отвечаешь за все, что произошло. Моя была вина. Я это признаю. Эмоции немного подутихли, я узнал подробности, попробую рассказать эту историю с самого начала. Вот этот перекресток Дичибала и Зелинского, тут произошло ДТП, где две девушки начали переходить дорогу, естественно, на зеленый свет. Двое были с детьми, и снизу на красный свет пролетал автомобиль и сбил обоих, даже не останавливаясь. При этом пострадали две женщины, пострадали, 4 человека пострадали, 2 женщины и 2 ребенка. Одному ребенку около года, а второму около 2. Ребенок один вообще вылетел на проезжую часть. В общем, как рассказывают те, кто здесь находился на месте, очевидцы, водитель даже не остановился. Несколько свидетелей ДТП развернулись и поехали за нарушителем, словили его где-то метров через 100, вытащили с машины пассажира, там было 2 человека. Пассажир был пьяный, водитель был пьяный.